да? А распаковывается идея, превращается в положение вещей, да? То есть это диапазон что? 7, да? Видите, да? Мы же могли бы представить, существует неких два диапазона, да? Один имеет 7 тактов, другой что? 12, да? Как написано в Евангелии от Марка. Видите, да? Угу. То есть, по сути своей, вероятно, какие-то из этих хреней имеют вот здесь отношение к одному из разновидностей что? Диапазона, да? Вероятно, мы могли бы вычеркнуть два диапазона следующим макаром. У вас зависимости написано? Да. Зависимости написано. Тогда мы вытерли бы этот. То есть диапазон 7 начинается с идеи, ретрансформируется во что? Способ и метод. Способ и метод, смотрите. Идея, способ и метод. Ретрансформируется в способ и метод. Есть такой слово, да? Угу. Ретрансформируется в роль или в сценарий? Сценарий. Скорость ретрансформируется в сценарий, абсолютно верно. Сценарий. Или трансформируется что? В энергоградиент, что? В реактивное мышление, да? Мышление. Есть такое дело? Видите, да? А, собирательный образ. Это тут диапазон, что у нас? 7 тактов насчитывает. Этот диапазон 7. 7 тактов. А этот диапазон, собирательный образ. Ретрансформируется во что? Во что? В значение игры. В значение. И принципы. Значение и принципы ретрансформируются во что? В роль. А роль создает что? Правильное мышление. Диапазон мышления, мышление результатами, мышление системами, мышление устройствами, мышление вариантами и мышление инструментами. Да? И этот диапазон у нас что? Диапазон 12. Так. Первый вопрос. Смотрите. Видите? И вот вопрос. Видите два диапазона? Один диапазон, вероятно, имеет отношение к зонам. Известным двигательным задачам. Абсолютно верно. Какой из них создает неизвестные двигательные задачи? С.
7, да, вот этот. Неизвестные двигательные задачи. А этот зоны неизвестные. О. Ну, мы знаем, что зоны неизвестного создают что? Силы. А неизвестные двигательные задачи элементы системы координат. Вот, по сути своей, устройство всей, как бы, системы. И у нас есть разновидности, которые возникают вот в этом блоке, да? Они касаются обоих диапазонов, 32, которые создают неизвестные двигательные задачи, да? И 32, которые создают зоны неизвестного для человека. Одни предназначены для познания и имеют отношение что? К диапазону 12. А другие обозначены, предназначены для решения задач и имеют отношение к диапазону 7. То есть можно было бы предположить, что касается прояснения плоскости выполнения задач, мы имеем дело вот с этим диапазоном. Что касается плоскости, так сказать, нашей тренировки, да, то мы имеем дело с 12-кратным диапазоном, да? Правильно? То есть 32 нижних имеют отношение к правому крылу. 32 верхних к левому крылу, да? Есть такое дело? Да. Есть. Теперь смотрим. Мы видим, что у нас, по сути своей, существуют в правом крыле 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разновидностей что? Методик. То есть 8 разделов, которые требуют методики. Да? Это что касается что? Нейтрализации событий в вашей жизни. А что касается единовременного получения того, что вы что хотите, тоже 1, 2, 3, 4 раздела методик. 8 и 4 это 12, то есть полный цикл системы координат. Итого 12, видите? То есть нам нужно выяснить, с вами некоторые вещи. То есть, если мы хотим остановить события в нашей жизни, некие, да, то, вероятно, причина, следственная связь при тех аппликациях, которые существуют, да, может происходить из методики, которая нам, ну, предстоит осмыслить, да. То есть, ну, например, мышление устройства. Или она может происходить от чего? От поставленной, да, зоны неизвестного. Задача была предыдущая. Можно было бы это предположить? По сути своей, когда мы говорим о менеджменте, мы имеем дело с этими же что? Категории. То есть у ваших людей единовременно существует вот такая вот картина, которая вам подчиняется. Видите, да? И, так сказать, эта картина, она одинакова для всех людей единовременно. Для меня, для вас, для Паши, для Сережи, для всех единовременно. Эта картинка единовременно. А раз эта картина для всех что? Одинаковая, то те, кто правят этими двумя диапазонами, те совершенно спокойно управляют что? И всеми. Притом, обратите внимание, мы имеем дело
опять с двумя компонентами, да? Обратите внимание. Здесь элементы системы координат, то есть системы координат, да? А здесь что? Терминалы, да? По сути своей. То есть мы можем сказать, что вот это диапазон, это фирма, ну, система, вернее, а это сотрудники фирмы. Понимаете, да? И вертикальный менеджмент заключается в том, чтобы мочь, что? Использовать эти оба диапазона единовременно. То есть, когда речь идет об управлении вашими сотрудниками, то вам требуется использовать вот этот диапазон. Когда вы собираетесь управлять что, компанией или системой, рынком там, и так далее, думаю, вам требуется использовать что? Этот диапазон. Да? Теперь мы знаем, что вот это вот вертикальные зависимости, да, вот помните, четверки, да, которые существуют, висят. Они, вероятно, тоже пополам имеют что? Отношение к одним и ко вторым вещам. Да? То есть 32 внизу это касаемо этого диапазона, и 32 вверху это касаемо этого диапазона. Да? То есть мы могли бы сказать 32 и 32 и 32. Да? Итого 64. Но раздел и методик у нас что? Совершенно ясны. Видите, да? Раздел и методик у нас совершенно ясны. То есть, для того, чтобы разобраться с этим диапазоном и с этим диапазоном, да, нам нужно что? Выяснить, какие методики в мире, в общем-то, существуют. Потом обратите внимание, вот здесь некие методики существуют тренировки мышления, ну, человеческого. Понимаете, да? Вот здесь некого ролевого моделирования. Здесь неких значений и принципов. А здесь некого собирательных что? Образов. Да. Вот. А здесь какая-то работа с идеями, какая-то работа со способами, методами, что создает контроль этих сценариев, да? По сути своей, и реактивное мышление исправляет человеческое, да? Потом у нас там существуют методики расцепления что? От зависимости, да? У нас там 8 зависимостей. Перечислите 8 зависимостей, которые возникают. От чего? Способ собирательный образ выбора. Не-не-не-не. Зависимость мышления. От скорости. Да. Мышление от скорости. Мышление. От чего? Вероятности. От вероятностей. Дистанции. От дистанции от дальше. Роли. От роли. От системы координат. От системы координат. Энергии. От энергии. От уровня восприятия, диапазона, да, и эталона. То есть, вот те зависимости неизвестных двигательных задач, они что? Ретрансформируются на что? На физику, выстраивая систему автоматизмов человеческого что? Тела, как тренажер. Понимаете, да? Поэтому что? У нас и получается, что если мы разберемся, сколько у нас должно быть актов методик, сколько методик разновидностей, блоков. Методик внутри может быть несколько, да? Но блоков, с которыми нужно работать, их всего 12, да? То есть это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А если считать, ну, каждую, то у нас получится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, да? 13. То есть полный диапазон. 13. Полный диапазон. От материи до